Всем привет, с вами снова Данил Букреев, и снимаем мы опять на телефон, так как до сих пор не могу починить свою камеру. В общем, сегодня у нас обзор двух рюкзаков, портфеля, не знаю, как правильно сказать, и сумки. Все это, как всегда, сайт AliExpress. Сумка за 50 гривен, ну там 4-5 долларов, я не помню сколько. В принципе, я уже открыл, чтобы видео не было сильно длинным. Дошла она достаточно быстро, но я уже ее смотрел. Единственный минус, то что она намного меньше, чем продавец писал. То есть размеры конкретно не были указаны. Было показано фото. На фото она вот такая. Здесь она маленькая, блин. Ну, это будет спор. И опять же, спор вы ищите потом на моем канале. Я обязательно когда-нибудь выложу, как я открыл этот спор, как решил. Потому что все свои споры я записываю на видео. В принципе, сумка нормальная, разве что маленькая. Здесь подкладка, прошито все хорошо. Ну, все обычно. Расцветка приятная, материал приятный, по-моему, натуральный материал. Ну, сумка хорошая. Просто она намного, реально намного меньше, чем показывает продавец в своем лоте. И после я уже нашел отзывы, да, и прочитал, что реально она намного меньше. Ну, она хорошая, но она маленькая, сразу вас предупреждаю. Ну, в принципе, мы думали, она будет чуть больше за такие деньги, и сразу все так знакомые захотели ее покупать, думали, это большая сумка, дешевая. Ну, внутри один карманчик маленький и одно общее отделение. Ну, с этой сумкой, я думаю, все. Теперь два рюкзака. Один синий и второй рюкзак. Вообще, по-моему, должен был быть бежевый, но он белый. Я точно не знаю. Ну... Я, в общем, не знаю вообще, что это значит все, но тот человек, который меня заказывал это, он знает. Это или какой-то сериал, или какой-то, может, фильм корейский или китайский. Я, в общем, не знаю, и это связано с чем-то, с какой-то тематикой. Вот такие вот два рюкзака. Давайте сначала посмотрим, ну пусть белый, да. Качество у них довольно-таки хорошего, они сделаны, пришли хорошо запакованные, шли довольно долго. Ну, для Украины это довольно долго, для России это, наверное, супер быстро. Рюкзак характеризует себя одним большим отделением, маленькими двумя кармашками и кармашком на замку. На замке, кармашком на замке. И вот что нам прислали с этой сумкой. Я так думаю, что это фотографии этих актеров каких-то, в общем, китайцы, корейцы. Тут, я так понимаю, наверное, подписи всех актеров этого сериала и еще какой-то актер. Ну, блин, ну вообще прикольно так вот. Я, конечно, для меня это, конечно, не ассоциируется ни с каким сериалом, но я просто так думаю. Еще, кстати, один тыльный карман, да? В принципе, обычный рюкзак. Кстати, стоил 23 доллара. Если кто-то знает, с каким сериалом это ассоциируется, пишите в комментариях. Интересно просто. Просто интересно. Ну, тут это разгладится, это не проблема, небольшая вмятинка. И на синем здесь, ну, в принципе, то же самое, здесь клей. Я не знаю, видно ли на видео, но здесь клей, но это потереть чем-нибудь. Ну, я думаю, что он сойдет. И, кстати, здесь тоже фотки. Смотрим фотки. Китайцы, корейцы. Все весело, все прикольно. В общем, ну, я думаю, что второй рюкзак не стоит так подробно смотреть. Материал хороший. Вода не пройдет точно. Ну, в принципе, если интересно, пишите комментарии, расскажу, соответственно, позже, как они носятся, спрошу у человека и тому подобное. Но они, по-моему, такие, как и было заявлено. И напоследок хочу сказать вам, что открылся новый канал, на котором вы сможете найти множество уроков на тему handmade, рукоделия и тому подобное, вязание и все, что с этим связано. Ну, в общем, куча-куча всего. Правда, он только вот открылся. Ссылка на экране и также в описании под видео. И ссылки на всех продавцов, у которых мы покупали этот товар, тоже под видео. В принципе, все. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Данил Букреев. До новых встреч!